Челябинцев предупреждают о Дедах Морозах, мошенниках. Инструкцию о том, как правильно выбрать аниматоров на Новый год, опубликовал Роспотребнадзор. Вот несколько советов, чтобы не испортить праздник. Во-первых, стоит внимательно изучить рынок услуг, спросить совета у друзей и знакомых, а также почитать отзывы в интернете, посмотреть видеоагентств. При возникновении малейшего подозрения лучше найти объявление, вызывающее больше доверия. Во-вторых, приглашая Снегурочку и Деда Мороза, стоит заключить письменный договор с агентством или самим аниматором. Тогда в случае некачественного оказания услуг вы сможете предъявить претензии. Ну и в-третьих, учитывайте риски, приглашая в дом незнакомых людей. Пользуясь доверчивостью и отсутствием бдительности, недобросовестные аниматоры могут во время мероприятия совершить кражу.